Привет всем! Меня зовут Жанна. Сегодня я приготовлю рулет с яблочным повидлом. Надо будет 5 яиц, 80 грамм муки, 100 грамм сахара. Отделяем желтки от белков. Очень важно, чтобы желток не попал к белку. Так, сейчас я разделила и взбиваю белки. От малой скорости до большой. И немножечко я добавлю щепеточку соли, прям капелечку, для улучшения взбивания белков. И одновременно буду взбивать и желток, постепенно прибавляя сахар. Постепенно подсыпаем муку. Так, вот такая консистенция красивая. Теперь я буду добавлять взбитый белок. Белок должен быть вот настолько хорошо взбит. И потихоньку я его буду ложить. По часовой стрелке. Как бы сверху вниз вмешивать. Чтобы оно было такое воздушное. Для этого очень удобна резиновая такая лопаточка. Она промешивает сверху вниз, очень удобно. Таким же образом вмешиваем все, весь белок в тесто. Ну, пару минуточек это займет. Вот, получилось такое воздушное, красивое тесто. На разогретый противень я сейчас буду равномерным слоем выкладывать. Распределю. Главное его ровно распределить.
легонечко такой лопаткой и разглажу. И поставлю в духовку. На 25-30 минут для подпекания на 200 градусов с включенным верхом и низом, без вентилятора. Ну вот так, спекся довольно-таки быстренько этот раз. Так, вот так я его переворачиваю, пока теплый, и снимаю. Яблочный палитра. Причем это надо делать быстро, чтобы не успел он подсохнуть, остыть. Так, сейчас смажу. Плотненько. Так. Так. Ну вот. Сейчас я его посыплю сахарной пудрой. Так, посыплю его сахарной пудрой и поставлю в холодильник на часочка два. В принципе, получилось очень быстренько, даже так чай и кофе.